Ох, друзья, как же мы ждем этой пятой карты сейчас. Будем выяснять, кто же станет чемпионом этого минора. Радует очень, да, что команды могли бы там немножко на финал уже расслабиться и решить, что все, мы попали дальше на турнир, надо... Но сами Alliance так, еще сказали... Слушай. Сами Alliance еще днем сказали, на самом деле, что мы очень серьезно настроены на финал. Это как бы не просто так, и призовой важен, и титул важен. Потому что для команд, которые... То есть НиПы в этом плане, наверное, все-таки это команда, которая там мажоры посещает, и минор для них это в первую очередь ступенька туда, но для Alliance возможно выиграть минор и взять вообще это сколько впервые за 2 года, да, что-то будет вообще. Взять титул, взять да. Призовые тоже очень неплохо, да, там да. Все-таки разница такая внушительная. Да и у Alliance-то игроки все молодые, сильно много конечно. Призовых еще не навыигрывали, конечно, я думаю, для конечно. Них лишние 50 тысяч долларов на команду. Тут это... я уверен, что и одни, и другие. Да слушай, я тебе так скажу, мне кажется, сидели бы тут даже люди, вот если взять топ-5 дотеров, которые больше всего выиграли за свою карьеру, сказать им, тут надо сыграть одну серию, вот вам как бы там, сколько у нас там, 60 тысяч? Разница. Слушай, ну, я бывал, я вот был в этом году на ВСГе, не всегда, так сказать... Не всегда так работает? Не всегда так работает, да. Иногда люди могут сказать, да, в принципе, мы уже не первое место, в принципе, можем и со сборной Украины сейчас повеселиться, так сказать. Видал я что-то похожее. Но, тем не менее, друзья, пятая карта, Lions против NIP. Есть ли у вас какие-то вообще чуйки на пятую карту? Потому что Alliance на самом деле очень круто смотрится. Смотри, вот прям... мне кажется, бан шторма в первой стадии от НиПов. Вот так такая, вот даже, во-первых, да? Чуйка, да. Потому что если Альянс уже решились на то, чтобы брать его в первой стадии, НиПам сейчас нужно отвечать и банить его уже в первой стадии. Соответственно, это развяжет руки какому-то другому герою. Это вот другого героя выпустит из бана, и дальше там уже может все по-другому. По-прежнему драка за вот этого андроида. Потому что мы видим, банить его ни одни, ни другие не хотят. Сыграть хорошо с ним могут и одни, и другие. И там вот такой байт получается. Кто его там раньше возьмет, или кто попозже возьмет, или кто законтрит. Потому что, учитывая, что там 2 суперопытных игрока, они знают, как и против него хорошо действовать. То есть, мне кажется, вот это вот ключевые вообще товарищи тут будут. А теперь еще 7-я игра, кстати, для команды НиП. Довольно жестко. Хотя вот в этом этот сезон показывает постоянно, что команды вот на мажорах, которые играют через нижнюю сетку, они абсолютно не проигрывают командам из верхней сетки. Единственное, что вот реально отмечали на последнем мажоре, Liquid прям, они поехали на финал уже. То есть у них уже сил не хватило, они вышли в гранд-финал, тогда EG обыграли, но на этом их силы закончились. А так до этого Virtus.pro обыграли Secret на первом турнире в Куала-Лумпуре, сыграв там за сутки огромное количество карт. Vici Gaming по нижней сетке, по-моему, под поднимались, чтобы Virtus.pro обыграть в Стокгольме. В Чунцине был матч между Secret и VP, и Secret с нижней сетки тоже выиграли. То есть команды, которые выходят с нижней сетки, как будто бы должны иметь отставание, но на самом деле... Ну, ты, кстати, называешь довольно разные команды, разные стили. Здесь же все-таки команды, которые часто друг с другом играют, и здесь любые мелкие колебания все-таки будут... решать. Ну да, я просто это скорее говорю про то, что, знаешь, как бы номинально это выглядит как преимущество для команды и сетки виноров, но... Да, но это решает именно, скажем так, с изученным врагом, понимаешь? Вот если враг изучен, если вы постоянно с ним играете, с одного и того же региона, вот эти, вот как раз вот эти нюансы решают. Сейчас они что-то забудут, возьму что-то не то и... Смотрим. Смотри, НиПы разозлились. Быстро банят. Свен и тролль. Ну, шторма должны прибанить, а тут с Артуром да. Согласен. Да. Много чего-то пооткрывалось вообще из того, что было. Можно, кстати, все еще Санкинга забирать. Ты видишь, Шторму, во-первых, сложно найти контрпики, а те контрпики, что находят, они против него не работают. Тут уже который раз я вижу, что берут антимага против Шторма, он против него не работает, и это просто ошибка. Угу. Ну, еще на мажоре многие игроки и многие мидеры стали отмечать, что Шторм такая скрытая имба, то есть он как бы неочевидный вроде жесткий герой, но если у тебя есть крутой исполнитель и команда умеет играть, то это будет большущая проблема для соперника. Lions на ФП. Ну да, слишком сильно, слишком много возможностей он дает в лейт-гейме, где все очень может сводиться к одному киллу именно или к началу драки. Он как бы может делать и то, и то. Тайга! Выпустили земелю, соответственно. Впервые в этом гранд-финале. Ну да, но банов-то не хватило. Там Свена с троллем не хочется отдавать Микке, и тут сразу же вот... Шторма еще пришлось подбанить, и Тайга сразу... Хотя, конечно, непредсказуемость открывается. Тоже, знаешь, ты хотя бы знал, против чего играешь, но... А тут Верспирит, которого в финале не было, сейчас придется подстраиваться. Какая ну, это будет? Все-таки довольно смело таких спирита брать, честно говоря. Тут так, если сейчас не допустить слабины на линиях, герой может мало. Тут СК Бадон. Довольно дефолтный для них герой. Сейчас Грим или Варвок. Варвок как-то подвыпал, поэтому, наверное, все-таки Грим для Альянс.
Ты же знаешь, с респиритом, когда будет магнетайз капать, если там будет под бандами все, это сильно. Да там под варлока в каждой карте можно было набрать хорошую комбинацию. Там везде что-то добыло. Ну, скорее под грима, да, мы видели сегодня уже. Как думаешь, сколько игра будет длиться? Без понятия, нужно драфт посмотреть. Грим, все-таки грим. Забыли про варлока или забили на варлока осознанно? Скорее второе. Угу. За 5 карт в какой-то момент могли бы и вспомнить. Нага, Банат Алайенс. Там сейчас морф. Точно. От непов. Микки прям респектит. Очень. Ну на да, IP. Он классно играет. Ну, опять же, вот вылезет какой-то вот этот Джаггернаут и тоже сделает много. Так, может быть, Непы сейчас думают о том, чтобы вообще морф Джаггер забанить во второй стадии. Джаггер. Джаггернаут не вылезет. Ну, ладно. Морфа тоже на пятую решающую не дадут. Так, а что останется? Ну, не должны, мне а кажется. Что останется из рабочих вариантов здесь для Микки? Ну, посмотрим. Там много чего. Ну, допустим, Лайстиллер, к примеру. Ну да. Ну там Лайстиллер ВК останутся. Из таких товарищей, которые на турнире уже проявляли себя. Но там может что-то и нестандартное появиться. Да, сейчас по драфтам. Может, вообще сейчас все будет крутиться вокруг лундруидов каких-то. Скорее всего, сейчас продолжительность игры Спектра может быть неплохим героем для этого финала. Да, может. Ну, тут пока непонятно, честно. Тут неплохо получается, опять же, их стандартный распик, где как бы есть статичные сильные линии, в то время как у Альянс вроде как есть возможность нападать. Да, ну и 33-го продолжают респектовать. Ему ни в одной игре не отдали Найтсталкера, Дарксира, Бэтрайдера пока что. Угу. Ну, как-то Найтсталкером у них как-то гениально получается сыграть. Он все время на линии получает много. А, на Темпларку уже нацелились Альянсы. Ну вот он и Морф вместе с Джаггером. В тот случай, когда обе команды, наверное, уже сами понимают, что будет сейчас забанено, и учитывают да. Это при обсуждении, наверное, стратегии на следующую игру. И пик для NIP. Можно сейчас тройку-четверку, наверное, да? NIP все-таки обычно не скрывают. Петр понимает, что Альянсы там навелись на Темпларку. Ой, они еще Лину берут. Причем, если сейчас возьму Темпларку, вот это Лину придется делать на позицию 4. Да не, на миде тоже можно играть. Там на лине можно и выиграть этот матчап даже, да? Там у Темпларки, конечно, преимущество небольшое есть в этом матчапе, но по большому счету, если вы так сильно хотите скоро линой... Там потом по игре неприятно. Это да. Но там Абадон есть, неприятно. Что приятно. Может и не успеть. Там плюхи будут залетать. Угу. Интересно, будут ли опять Alliance для бокса ласпик оставлять, потому что прям это у них такая фишка, хотя на самом деле дает им это не очень многое. Ну почему? Почему немного? На позиции 3 лучшие герои для баланса любого драфта, честно говоря. Да? Да. Ну, на тройке и на двойке, понятно. Просто здесь, опять-таки, да, можно для мидера, для своего все-таки посмотреть, что будет. Потому что шторма уже нет, да, ты в прошлой игре ты был готов штормом против чего угодно, видимо, играть. Тини пошел. Это Тини для бокса, для бокса, да, 3-4-5 у нас определилось. Интересно, интересно. Но максимально линию укрепляет Альянс. Мы, кстати, видели уже похожий драфт от Альянса. Будут подспейшивать этими героями. Да, мне кажется, Тини это не только линии. Вот как раз там, если говорить только про лайнинг, то там героя и посильнее можно было найти. Но вот Тини это больше направлен как раз-таки на то, чтобы убивать всяких слабачков и, возможно, на Лину там инициировать. Вообще, Лину теперь, наверное, не очень хочется, да, мидером делать, потому что потом тебя ловить много чем. А четверкой тоже не очень хочется делать. Но что-то придется из этого выбирать команде на IP. Тут же вариантов остается немного. Тини хотя бы герой, который позволяет прыгнуть на базу, выкинуть и кого-то убить. Уже появляется маломальский потенциальная осада. Ну, в каком-то мидгейме, позднем мидгейме, лотгейме. Вот, уже как бы это не так безыдейно выглядит. Вот. То есть интересно, что NIP на этот финал нам каких-то супер сумасшедших там не подготовили. У них же last pick в каждой игре получается, да? Mm-hmm. Что там никаких не было мипарей. Слушай, вот сейчас пятая карта, сейчас и посмотрим. Ну, тут, наверное, для мипа не самое... Ну, для мипа уже нет. Для мифа тут уже тяжелая у игра. Них было основные, да, три. Это мипа, Бруда и Лондруид, которыми они вот удивляли. Парк Варден еще. Варден, да.
Ну, смотри, про лундруида, судя по всему, и одна и вторая команда постоянно думает. Бурда ну, да, уже давно, да. давно не является чизом, или постоянно в драфте есть герой, который ее может довольно спокойно отбить. Ну, Грим тоже, вот. Да, против нее довольно неплохой герой, так в целом. Против Бурды? Да. Честно говоря, ничего не делает. Он может максимум ее отспамивать, если ты не готов. Вот так. Ну, вот, кстати, гуль. Лайфстиллер для непов. И теперь у альянсов вообще большой вопрос. Кого на первую позицию именно поставить? Там очень много улетело в бан. При этом Рискинг ему, по-моему, проигрывает. То есть Рискинг не самый лучший герой. Ну, там от темпа стиля. Зависит от одного и другого, но вообще да. Хочется, наверное, какого-то гильчика. Ну, кстати, Мортарт выглядит круто. Она контролает стиллеру, она бьет Лину. То есть ты отсекаешь Лину мид, и у тебя уже есть гримстрок под комбинацией. Мне кажется, если сейчас Пашка появляется, то Лина сразу на четверку смещаются, к тебе сразу приходит Сент-Кинг Лина, и начинают тебя прям мучать на этой Пашке, и потом по игре тебя мучают нюками постоянно. То есть так-то да, если Марта тут расфармливается, она вроде всех этих четверых товарищей режет, но Непам есть а медуза какая-нибудь? Чем ответить, как адаптироваться. Они опять нацелились на свою темпларку, я заметил. Угу. Тоже ассасин, правда, немного другой. Не, ну темпларка что мид будет, да? Мы же говорим сейчас о для мики. Да, один героя. Фантом, второй темплар. Темп. Пошла. Темпларка тут, кстати, тоже классная. Хороший герой, да. Здесь это вообще, тут тоже никто рефракции пока не забивает, честно говоря. Ой, стиллер с радиком будет, скорее всего. Вряд ли он будет. Ну это же один тик в секунду. Ну, да. Слабенько. Это не то, что прям жестко сбивает, но это хоть что-то. Я к этому... Так, герой против темпларки на спейсфайте. О, кто это? Эмбер в пуле, если что. Эмбер в пуле, ну его можно и прибанить. Ну вообще у Альянса выглядит повеселее сейчас. А какие-нибудь там, не знаю, причем... Вайпер, Веномансеры, нет сейчас? Не-не-не, они это не контрят. Это ничего не делают. Они не контрят и не душат ее по темпу вообще. Она потом их перегоняет, прифармливает и... Должны банить эмбер. Там Вайпер просто с ней стоит. Вайпер качается, темпларка качается, и там оба потом лес подфармят. Веномансер вроде как, вот он здорово выглядит на килл потенциал, но из-за того, что у тебя урона поменьше, ты, скорее всего, проигрываешь там первых пару пачек по КСу, а потом темпларка там левели на четвертом, на пятом уже может в лес против да, веника. Там ты в ноль а по игре вначале. Ты потом просто этого веника убиваешь. То есть ни то, ни другое хорошим выбором против темпларочки не является. Ну, Пашку брали. Ну, а тут Эмбер, я думаю, улетит сейчас в бан и будет... Один ассасин за игру. Один ассасин за игру, двух бы не Влада выезжали. Влада улыбается. Такое впечатление, что Влада хотел прям эту Пашечку для своего коллектива. Я хотел. Но нет. Ну, ладно, придется... Ну, знаешь, теперь придется думать, кого бы им взять. Если они хотят что терпеть, вот прям терпеть, и они прям уверены, что они протянут, а в принципе Ти не позволяет там шороху навести, у них 3-4-5 очень такие Гаргона. Серьезные ребята, то можно... Не, Гаргона мне не нравится, Спектра мне нравится для Альянса. Трага. Спектра, мне кажется, тут может. Мангекин какого-то милишника, да, хотят добирать? Не, король обезьян, потому что он... Темпларку побьет. Темпларку Ну, он не так, что ее прям бьет, но он задалбывает. И, по идее, может быть, по елкам попрыгать за ним. Но он и по игре хорош. Вот он может в миде ее переиграть, и он может потом как раз-таки дать отпор в мид-гейме, лейт-гейме. Ну, посмотрим сейчас. Вот я говорил, вопрос про кэрри остается открытым по-прежнему, и, судя по всему, альянс вот времени уже довольно мало. Сейчас будут думать до последнего, мне кажется. Минута остается, вот та самая. Так, а там, с другой стороны, и думать-то уже, там уже не так много героев осталось, которые так вот именно, и вот тут-то нужно и подумать, потому что там, очевидно, хорошего выбора нет. Это пятая решающая карта гранд-финала, и ты сидишь. Но можно сыграть с вот этим, можно сыграть там с условной спектрой, можно сыграть там с Гаргоной, может быть. Но Гаргону я отметаю, мне не кажется, что тут она будет, потому что в легкой она такси. Есть там террорблейды, ПЛы, подзабытые вот эти иллюзионисты. ПЛ которые... здесь плох, точно. Ну, ПЛ плох, точно, да. Но есть ТБ, тоже не сказать, что он тут вау хорош, но в теории ЦК можно с ним выкатиться. Есть вот из жирных ЦКВК герои, которые по темпу вроде неплохие, но там лайфстиллер. ЦК интереснее выглядит, чем ВК, кстати. И вот появляется вообще вот такой у нас товарищ. Интересно. Видели мы комбинации с Вайдом и Темпларкой, когда Войд ставит хроносферу. Его, кстати, подбафали. Так. Чуть-чуть совсем, но подбафали. Но я скажу так. Мне кажется, что Лину в любом случае надо на 4 тут смещать для Сакса. И добирать какого-то героя в мид по игре. Кто это может быть, даже я вот так сразу и не скажу. Тут еще Темпларочка. Ну, может быть, все-таки Эмбер это вот то самое.
Эмбер все-таки хотя бы чейны тоже имеет. И если он друид мид, он будет бить. О, ну или вот. Опа, появился все-таки. Что я тебе сказал? Еще не вечер, подожди. Пятая карта гранд-финала, 22-й унип. Сейчас появится что-то. Но мы, кстати, с тобой это с одной стороны обсудили, а потом с другой стороны вроде обсудили, что он здесь не то чтобы сильно круто заходит. Хайп, тяжелая игра очень для него. Хайп, ну типа да. Для мипа тут тяжелая игра, я не знаю. Там, то есть если Эйс сказал, что я тут засолю на мипа, если он реально сейчас засолит, то для меня это будет знаком, что против этой команды мипа на 22-й нельзя ни в коем случае оставлять ни на одном турнире, ни одной команде. Ну, это как бы сложное, но это не самый, да, сложный вариант вообще, который... Нет, не самый сложный, есть хуже героев. В принципе, можно попробовать что-то. Вот если бы там был Свен, если бы там был бы Свен и Манки Кинг... И Шейкер. Вот. Нет, Шейкер не надо уже. Вот Свена и Манки Кинга достаточно, чтобы Мипа уже в доту не играл. Шейкер уже не надо, это перебор. Ты все-таки не совесть имеешь. Зачем тебе ультовать мертвого Мипа с другой стороны? Прогнозы, джентльмены. Счет 2-2, серия очень близкая, драфты действительно интересные. И против Мипа или за Мипа вы поставите? Я за Альянс. Я за Мипа буду. Тут уже не угадаешь. Тут просто это, знаешь, вот душа. Душа за Мипа. Я хочу, чтобы Lions выиграли титул в этом сезоне, дорогие друзья. И вы-то видели, вот посмотрите, вы видели, какой был жесткий гримстроу, когда выпадало 4 предмета из Рошана. Но если бы был 5-й предмет, который бы выпадал из Рошана, это был бы батончик Lion. Бафик, друг, забирайте уже слово. Давайте комментируйте нам очень здорово и весело последнюю карту. Спасибо большое, студия аналитики. А вот теперь здравствуйте, здравствуйте в последний раз. Решающая карта на киевском миноре от StarLadder. Для вас работает Бафик, друг. Силы остались. Еще, надеюсь, и у команд тоже драфты очень крутые. Всем еще раз привет, арена. У меня все, я больше ничего не буду делать. Каков драфт финальной карты? Какая встреча нас ожидает? Мипо на последний пик, после Войда на последний пик. И, конечно, чего тут еще желать? Сразу переходим, я думаю, потихонечку сейчас к тому, что Мипо от Эйса — это история. Мипо от Эйса еще во времена, когда он за Пупея выступал, было неплохо, это было оружие. Посмотрим, не растратил ли он форму, может ли он на Мипо, получится ли. Итак... За сторону Radiant, PPD на Абадоне, Эйс, Мипо, Фата, Лайфстиллер, 33, Сент Кинг, Сакса на линии. В последний раз, очень громко, перед стартом пятой решающей карты, приветствуем NIP! Инсейния на гримстроуке. Койква, Темплар Ассасин, Микки, который напоследок забрал Faceless Войда, Бокси на Тини, Тайга, Earth Spirit, команда, которая подарила нам пятую карту. Команда Alliance! Все, силы подравнялись. Я слышал, как скандировали все НИП после того, как Мипо был пикнут. Ну, посмотрим, НИПО. Может получиться у нас очень крутой исполнитель. Ты абсолютно прав, Эйс. Тысячу лет это показывал. И до Пупея, и после Пупея показывает. Хотя были ли времена до Пупея и после Пупея? Пупей вечен. Нет, по-моему, нет. Пупей вечен. Ну, кстати, были пинги в сторону Опсварда, который стоит сейчас в центральной линии. У Дайра здесь вард был поставлен раньше. И пинговали. Пинговали очень активно Альянс, что, мол, вот там может быть вижен. Я подозреваю, что какой-нибудь центрячок... Да, уже летит центрячок для Койквы. Ну, не летит, а бежит в курьере. И вот сейчас Койква сможет поставить центряк, по идее, и задевардить вот этот Опс, который они уже поняли, который они увидели. О, все сразу такие динай. Да, наверное, живого. О, это сильно. Но это, ну, правда, это, кстати, сильно. Это важно, да, потому что Мипа нажимал под это дело пуф. Хотел нажимать под это дело пуф, ну и получилось, как получилось. Знаешь, вот интересно, что снова у нас пересвапы линии ожидаются. Снова так получилось, что внизу стоит трипла у Альянс в легкой. Бокси на тени фармит, ну пытается, Сакс ему мешает. Но в центре противостояние, пожалуй, очень интересное и, может быть, даже самое интересное для наших зрителей. Мипо не частый гость в драфтах, но очень интересный гость. Все его всегда ждут. 33 внизу немного пострадал. Тут нам показывают, как Бокси подпросел. Но надо показывать и внизу то, что происходит. Да, здесь 33 очень подбит и выкапывается, пытается уйти. Одна секунда у Тайги для Роллинг Балдера. До Роллинг Балдера остается. Хорош, 33. Спокойствие и только спокойствие. Главное не паниковать. Да, ну, придется, наверное, тут ему еще пару тангусов потратить. Хотя есть PPD, который подлечит. PPD помогает. Лайфстиллер пошел фармить против тени наверх. Но и в итоге линии немного уже как-то сформировались. Эйс уже не один, Эйс уже с другом.
Хорошо, два мипа, ранний третий уровень. Очень быстро все это сделал до старта третьей минуты. Ис, конечно, молодцом. 10 на 1, 10 на 2 Templar Assassin. Ну, настолько плотно давненько у нас мидеры не шли. Ну, Альянс все прекрасно читают и понимают. И нипы все прекрасно читают и понимают. Они понимают, что нипу нельзя давать разгоняться. Врывается Тайга, не попадает Болдером. Ай-яй-яй-яй, Сакса тоже. Да, Тайга уворачивается на диблок, бодиблок от Иса. Несколько ударов, 300 золота зарабатывает мидер нипов. Помнишь, я говорил о Варде, о Сендрике, которая принесла себе темпларка? Ага. Так вот, она так и не добралась до вражеской половины. Заблаговременно принес себе Сендряк и Мипо, поставил его там и разбил вражеский опс раньше, чем темпларка. И темпларка осталась с этим до сих пор Сендряком в инвентаре. Очень норовит разбить варды противника, но добраться туда до ХГ надо товарища звать. И катился-то куда? Катился сразу в таверну в этой ситуации Тайга. И Мипо этот момент контролил, он видел, по крайней мере, анимацию он видел катящегося в него Спирита, смог увернуться. Ну, шикарно. Этот микромомент дает возможность забрать ФБ мидеру команды ниндзя в пижамах. И тот уже, понимаем, по нетворсу и по базовым артефактам. А Мипо они нужны очень быстро, уже врывается вперед. Обгоняя тем самым Койгу. Да, по крипам, да, тоже ты знаешь, в темпларке тут опасно будет находиться. Еще такой подобный эпизод, и можно встрять серьезно. Все-таки в прошлый раз не она пострадала, но Мипо с уровнем и с первыми итемами, у него уже 3 в рейсбенда, он становится довольно опасным парнем. Даже потенциал для убийства имеется. Хотя он, конечно, больше ориентирован на фарм на старте, для получения большего количества опыта и золота, чем у оппонента, естественно. И вообще у всех на карте. Сломали Альянс все-таки Vision, поставили Сентряк, видим, на хэкграунде соперника, и четко в той локации и обсерва. Ну, понимаешь, и с другой стороны, и у них там Vision уже никакого нет. То есть тут такая обоюдная работа была проведена. Ну, чисто заработали, как бы лишили соперника. Vision уже плюс, уже плюс. Ну и заработали денег за сломанный обсерва, денег опыта. Койко 20 на 3, 21 на 7 Мипо. Очень тяжело вот прогонять что Faceless Void, что Лейвстиллера. Эти кэри пока что под прикрытием своих товарищей по команде. Гибнет PPD, ну, Динай. Динай, он направляется на базу, сейчас восполнит ресурсы и вернется. Так, как там Лейвстиллер поживает? Ну, точно так же, как и Void, я бы сказал. Вот они реально оба фармят. И хотя все нет, у них, посмотри, ну, чуть-чуть меньше, ладно, прям, да, меньше. Не намного, но меньше все-таки. Тут ты прав, есть разница. Видимо, Фату чуть-чуть больше подгоняли на старте. Ну, Фата и бегал, если помнишь. Вот я думаю, в этом разница. Фата же беготней занимался, он не сразу пришел на линию. А Войд стоит с первого крипвейва. Это разница между ними. Вот этот крипстат сейчас, наверное, и сказывается. Но это не критично. Совершенно внизу. Атака на Сент-Кинга. Прогрели его, просветили, пробивают неплохо. Сент-Кинг пытается уйти. Войд за ним. Сент-Кинг мансит, как король игры. Но получает оглушение. Вкатывается Эрспирит. Вчетвером, но 33 все-таки погиб. А, 33 не в свою сторону. Очень бежал. Красиво он мансил. Вот да, обрати да, да. Внимание. Еще, он еще и уходил четко, в сторону да. вышки соперника, там где-то в деревьях затесаться. Ну и пятая минута. Под все это дело как раз проводилась драка. Вверху, скорее всего, две руны достанется команде ниндзя в пижамах. Внизу по одной забрали, и в целом нипы в плюсе. Остаются по рунам, один против трех. 30 крипов наколотил вражеских мипу, 12 отнял у темпларки, и если сравнивать их по общей ценности, то разница почти 1000 золота. Ну, блин, ну вот эта первая кровь, это такой страшный буст для мипов. Конечно, который от этих бендов зависит невероятно. Он на, ну, 3 минуты, 3 в рейсбенда. Как играть против этого чудовища? Против этих чудовищ. Тайга под open wounds, смогут его забрать, получается это сделать не пам. Микки так надеется на баша, башца никак не случается. У него второй уровень баша, там нормально уже и по урону выходит. Но баш не выходит, вот в чем дело. Да, Мипа уже шестой, Пларка тоже не отстает, шестой получила. Но Мипа сейчас будет очень много фармить. Чуть-чуть комфортнее ему на старте это делать, чем Темпларке. Но Темпларка такой персонаж, который тоже можно не сильно отставать. Можно и древних себе подстакать потенциально, попросить товарища по команде постакать. Ну и заниматься тоже быстрым фармом леса и линии параллельно. Сейчас задинается, я полагаю... Абадон? Нет, у него стики были. Он стики прожал, живет. Эрспирит под ДД. Эрспирит планирует свою атаку очередную. Я так понимаю, в сторону нижней линии будет выходить. Или просто пока разыскивает себе оппонента. Мипу стоит в центре на фри, пока Templar Assassin гуляет. PPD забрали. Смогли с ним справиться. Микки делает это убийство. Я слышу, скорее всего, я слышу смех прошел. На самом деле. Да, скорее всего, башек прошел, я думаю. Я слышу очень громкий смех от Альянс. Видимо, он пытался динаиться. Опа, вот и Тайга. Нашел себе цель.
Двойной урон таки сработал. Фату выскочил. 441 единица золота для Тайги. Это весьма недурно. И сразу бросает ему тип. На сдачу. Соул ринг есть. Ну, плюс надо еще отметить, что он варды поставил в лесу вражеском. Конечно, не так глубоко, но вот этот вард тоже против Мипо может сыграть. Мипо чуть ближе просто фармит к центральной линии. Ну, варды вы видите сейчас на мини-карте слева, внизу, в вражеском лесу. Эрспирит натковал теперь Лину. Сакси неприятно уворачивается. Тайга от оглушения. Красиво, красиво делает Тайга. Не зря этого Эрспирита банили на протяжении всего турнира против Альянс. Но тут так вышло, что Нипы перебанили 5 персонажей фактически кэрри-позиции. Ну, Шторма еще, да, там в миде убрали. Очень серьезное внимание уделили именно корам Нипы по драфту в решающей карте этого гранд-финала. Игра ведется за 50 тысяч долларов сверху к 70, которые уже заработаны. А теперь всем внимание на нетворсы и видим, что делает Мипо с картой. Фармит. Линию фармит. Лесок обгоняет Темплар Ассасин на 1000 с лишним, всех остальных на 1500. Вот тебе и Мипарь. Его пока и тем не менее, Дим, и тем не менее, смотри, что дальше происходит. Видишь разницу? Ну, вижу. Тут ведь тоже Альянс не расслабляются. Ну, Альянс замечательно держит, конечно. Да. Альянс. Да, конечно, Мипо выделяется. Вопрос, насколько они смогут его вот реализовать, в какой момент им нужно вообще его подключать. Потому что Мипо, он очень долго может фармить, а может подключаться пораньше. Ну, очень долго, это мы имеем в виду еще 10 минут в лесу. Это где-то из... около, где-то около. Не да. из тех героев, которые на 35 минут уходят АФК фарм. Не, короче, не в рейскинге из леса в ваших пабах. Это Мипу здорового человека, и на нем миллиард матчей сыграл. И первым артефактом хочет приобрести не артефакты на инициирование, не дагер никакой, там Shadow Blade, а так. Ethereal Blade. И контратака от него, хроносфера поставлена. Подходит Инсейния, вступил в хроносферу, но вкатывается Тайга очень четко. Еще и булыжник по двоим получается. Сакса гибнет, но 33 в порядке. Он отступает. Не будет хроносферы у Альянс, но первая хроносфера с убийством уже приятно. Бокси оглушает двух оппонентов, пытаясь спастись, отбрасывает противника, и Бокси живет. Как хорош, лайфстиллер еще. Видим, с Орпов Веном, по идее, никуда не должен был. Знаешь, как-то главное рейдж пережить, а вот там уже Тинни справится. Отбросил, сначала оглушил, потом отбросил. Нормально. Так, нам показали сейчас статистику забавную, что Эйс тут бьет рекорды. По ласт-хиту. А, по ласт-хиту. По ласт-хиту вроде. Ну, у него всего 5600. Подумаешь. Он уже сотка крипов. 103 крипа на 10-й минуте. На 2000 всего лишь обгоняет Темплар Ассасин. Ну, это вроде Темпларка. Как там, нормально. Кстати, и внизу драка. И в центре на Темпларку нападает тоже Мипо, я смотрю. Мипо. Два Мипо подскочило. Еще одна сетка. Рядом есть Лина. Койква. Стики. Живет. Выкатывается сприт. Помогает. Неплохо. Инсейния тоже подрывает оглушением. Тайга уходить теперь нужно. А еще один телепорт следует от Тини. Эйс битый, а очень долгий телепорт. Ой-ой-ой, не успевает еще и стан отзаться. BBT подходит и сейвит Эйса последнего мипаря, которого могли забрать. Восполняет ему здоровье, подбрасывает Мипо. Эйс все еще живет. Должны его забирать, тут пупается. Что? И уходит из файта, ты нормальный. Это невозможно. Бан, забанить его. Не пускать больше Мипо на матчи. Как обалдеть. Это происходило? Каков хорош PBD? Как же Эйс верил в свою жизнь? И все это сработало. Слушай, да все хороши на самом деле. Все хороши, но очень длительный телепорт от Тени все-таки был. Уже были ранее сделаны телепорты, шок. И так получилось. Так это только первые драки, ребятки. Это жесть, это жесть. PBD, этот Эйс из-под всех. Так он боксит, ты посмотри. Вместо того, смотри, два стана пичку. От Лины тоже надо отметить обязательно. Угу. Очень хорошие, очень своевременные. Жесть. Ну, конечно, финал достойнейший получается. Это что-то с чем-то, друзья, то, что мы наблюдаем. И те, кто наблюдает вживую, вы вообще, я думаю, не жалеете. Вы красавчики, что сюда пришли столь жарким днем. Поддерживайте команды. Гост. Гост на самом деле тоже в помощь. Гост для Мипа будет приятен здесь. Но, а Ethereal Blade позволит еще и не только агрессивно использовать его, да, в атаке, но и где-то спасать цели, возможно, под хроносферой, которая будет под фокусом. Тут просто и магии немало у Альянс. Конечно, против физики, против темпларки это будет хорошо, и это атакующий сильный артефакт для Мипа, очень важный. Но вот с точки зрения по сейву, тут есть вопросики. Не всегда получится, наверное, спасти, потому что много и магии.
Санкинг с блинком тоже хорошие тайминги, очень приятные. Причем, заметь, вот этот прогресс. У нас начинали санкинги обычно на этом турнире, да и вообще такая мета сейчас. Начинают приобретать сначала себе броню дополнительно, выходят в бусты. Как? Кастует ультимейт, будет прыгать сверху на Войда. Есть оглушение, Лина продолжает, два героя оказывается там. Эрспирит вкатывался помогать, но вкатился в таверну к своему другу. Вот и неожиданный быстрый блинк. Не показывал его 33, отошел с линии, купил его в секретном магазине, спрятался и инициировал. Войд обалдел. Он вообще не ожидал такого. Да, он бы ушел, если бы не Сакса был здесь, и Мипу, если не помог бы сеточкой. Конечно, своевременно все сделали. Нипы молодцы. 7200 Мипарь. 7200. На 2000 обгоняет Темплар Ассасин. Та фармит. Койква понимает, что на нем... огромная ответственность. Он сейчас ушел на треугольник. Нижний лес Дайер пытается быстрее забрать дезолятор. Надо очень быстро минусовать эйса. Мы видим затяжные драки при хорошем исполнении от PPD, а оно есть. Эти затяжные драки, они идут в пользу команде НИП. Они хорошо нажимают кнопки, хорошо справляются. Надо просто фокусный быстрый огонь. Хорош, бокс. Там стоял Сентрик. Там стоял Сентрик, у Альянс так вышло. Санкинг об этом не знал, он вышел туда фармить крипов, где-то с тыла под руны ускорения выбегает на него Бокси. Бокси, для него это убийство крайне важное. Он получает за этот килл 542 единицы золота. И что это ему позволяет? Правильно, купить блинк-даггер. Сейчас еще с блинком будет Тини. И темпларочка, 100 монеток до дезолятора. Тоже очень ранний артефакт. Дизольный Темплар Ассасин. Ну, я думаю, где-то сейчас уже должен лететь. Но какой же громадный мипл. Вот сейчас уже 200 золота. И будет готов Этериал Блейд. PPD стал в центре. Но линия освободилась. Мипл занимается Эншентами, как и Темплар Ассасин со стороны Дайер. И летит уже Дизольный. Знаешь, мы с тобой совсем о Лефстиллере позабыли за всем этим экшеном. Он пытается дофармить себе Мидас все еще. О, так это хорошие тайминги. О, как у них одновременно все появляется. Только у Темпларки Дизоль, а вот у Мипо это Этериал Блейд. Его общая ценность на 2000 выше, чем у Темплар Ассасин. Боятся не вместе играть Альянс. Никто в соло на линиях не показывается. Кажется, подловили. Не, рейдж ТП. Да, рейдж ТП. Читал этот момент. Вот бы хроносферку, но вот только Войд. Фармит отдельно от команды, фармит свой лес. Фармит причем очень глубоко его этот лес, не показываясь. Я говорю, вот в одиночку вообще не выскакивает Альянс на линии. Они понимают, что к чему. Правда? Они как было со Слардаром, так работает сейчас с Тини. Даггер под Инксвеллом и продолжение всего остального, всех кастов от Тиника. Это хорошая комбинация. Вы большинство героев убиваете здесь. Синкинг даже, наверное, не выдержит Лина. Мипаря одного можете забрать так. Ну, а где один, там и все, разумеется. Так что молодцы. Альянс, но это должно приносить свои плоды. Вы должны убивать, а не просто заставлять человека уйти на ТП и бегать дальше 15 минут. Все время, которое вы не тратите на убийство соперника, Мипу фармит. Он этот фарм превращает против вас с огромной скоростью. Ну, не забывайте, насколько опасен этот герой, поэтому все и так радовались, когда он появился. Это вообще интересная история. Все друг друга видят. У одной команды стоят псы в своем лесу, и у другой. И вот четко видны передвижения. То есть они знают, кто где находится. Не все герои, да, но вот основные герои видны. Тини прыгает на Лину, дает прокастик. Урона не хватило немножечко. Лина оглушает Тини. Попытается уйти. Эрспирит! Четко! Цель. Минус Сакса. Прочитано. Хорош, тайга. Баунти-руны делят по две команды. Ларка с Дизолем уже забрала одну из вышек. Это нижняя. Тут подбили Сент-Кинга. Ну, вот не понимаешь, не хватает еще этой секундочки, которую Инксвелл дает. Просто ее не хватает. О! И мы видим опять на лоу ХП все ходит. Догорит? Но... Должен. Нет. Никому еще ничего и, не должен. Еще и PPD зашел. 17 хитпоинтов у него осталось. Это много или мало? Продолжает фармить Мипу. Тяжело вот так застать противника врасплох, потому что вот сообща играют и одни, и другие. Только по одному герою обычно откалываются. Вот первой или второй позиции и фармят. Остальные в основном вместе двигаются. Все понимают силу, что и одни могут инициировать. Вот ты уже озвучивал, как инициирует Альянс. Но и с другой стороны, что Мипа может напасть по Сенкингам, что Лейфстиллер где-то может... Ну, Лейфстиллера пока нет. Скорее, Лейфстиллера нет. Это больше про Сенкинга и Мипу. Лейфстиллер пока с Мидасиком начинает фармить потихоньку Радик. Да, Мипарь 100 монет. Ай-яй-яй, как нелепо вышло. Под смоком оказался Лейфстиллер и бил крипов дальше. О, какая же странность произошла. Лейфстиллер и... А на нем Сайленс? Да, хроносфера какая, вышка бьет. Браво, Мики. Шикарно все получилось. PPD даже трогать не собираются.
не имеет никакого смысла. Он в конце еще задынается. Это уже все видели это кино. Ну, как действительно, как-то очень грустно все получилось. Вот этот смоук и вся история. Ну, забавно, забавно. Ну, хроносферы нет, возможно, сейчас попробуют Нипы поактивнее сыграть, хотя Сент Кинг отправляется фармить верхнюю линию. Я предполагаю, что экшена не будет. Мипу с даггером, да, не будем забывать. Мипу приобрел даггер, в это время еще и Сакса поддерживает его, есть оглушение по боксе, боксе забрали. Минус бокси, тосает двух героев, но окей, Мипу не сильно чувствует. Магнетайз работает, вот это, конечно, неприятно, трясет маленьких крыс. Хотя нет, Мипу не крыса, Мипу кобальт. Пушили центральную Нипы, но все-таки напали, все-таки осмелились и заработали почти 8 сотен золота за это убийство. Это приятно. Было небольшое лидерство у Альянс, плюс сам боксе дорогой. Опыт тоже приятное приобретение, Мипу 15-й. Темпларка не отстает, это неплохо, но вот дальше небольшое опережение по опыту есть у Тини и у Войда. Вот эти парни впереди по опыту. Ну, Лейфстиллер сейчас с Мидасом будет наверстывать упущенное. Центр, снова атака. Ну, это извините, это очень быстро, это очень просто. Эйс с блинком и Этериал Блейдом даже не используют его, потому что на такие сладкие цели, как Гримстроук, он не требуется. После пуфа он погибает. Там можно. Не будем забывать, да, что Рошан для Мипа очень сладкая цель. Сбить ему линку, open wounds, если что, если вдруг Мипа просядет, но он обычно не проседает. Мипа после того, как реворкнули этого героя, очень хорошо все себе восстанавливает. Но его надо как-то пытаться, наверное, да, за хроносферу больше будет убивать. Но хрона пока нет. Вот пока хрона нет, довольно вальяжно себя ощущают Нипы. Бокси, правда, решил сыграть агрессивно. Набрасывается на PPD и на Саксу. Оглушил обоих. 5 персонажей Альянс сконцентрированы в верхней части карты. Это же актуально и для NIP. Но побоялись Нипы. Побоялся Мипу стоять и бить. Он понимает, что есть блинкдаггер и у Темпларки, и у Тини, и врываться Эрк Спирит может агрессивно. Он не бессмертен. Он силен, но он не бессмертен. Ты видел, что Лайфстиллер делает по сборке? Что случилось с Кримсон, парнем? Кримсон, да, и Лайфстиллер собирает Кримсон Гард. Ну, то есть жизнь заставила, по-другому не скажешь. Ну, тут есть Мипо, они решили, да, что керри, на да. Мипа будут делать упор, и он соберет командный артефакт. Это необычно. Можно было бы, конечно, эту сдачу делегировать и Сент Кингу, но вот решил, что он соберет этот. Ну, АСК-инициатор. АСК-инициатор, а за командную безопасность будет отвечать Лайфстиллер. Очень нетипичный, по-моему, я вижу это впервые. Ну, может быть. За долгое время так точно. Сейчас у нас будет статистика вот на Лайфстиллере. Купил быстрее, рекорд чем кто-либо. На быстрый Кримзон, потому что обычно он собирался на никакой минуте. Это правда. Альянс решили пробежку организовать во вражеский лес, но очень глубоко сидят Нипы в своем основном. Ну, нам и Вангард, да, как бы показали. Да, да. Вангард быстрее затроллили. Но это имеется в виду, конечно, в Вангарде, который собирался под Эбисал уже. Скорее всего. Бадон. Он выходит первым, он дает информацию, он знает, что к чему, показывает Грима. Грим тут не выживет. Ой, нельзя во вражеский лес. Кастнул Войд и кастует ультимейт, не дают кастовать нормально. Хрона есть хрона. Войд дает хроносферу, Войд избивает Сент Кинга. Хорошо, кстати, досталось еще и Фати. Фата не главная цель, Бокси остался отрезанным. Врывается Тайга, выталкивает Бокси. Бокси пока еще живет, Бокси отступает назад под Open Wounds, бежит, крутится. Даггер 3 секунды будет. Ну, Мипо, скорее всего, Тайгу заберет. Да, там Фата блочит его, забирают Тайга. Мики в центре событий. Может, заберут Мипо. У Мипо очень мало хитпоинтов. Мипо живет! Переживает всех. Мипо ловит остальные цели. Гримстрок пришел в драку. Гримстрок должен отправиться в таверну. Дальше за Койквой забирает Гримстрока. Слушай, они еще Койкву гонят, но Даггер у Койквы. И погоня не прекращается. PPD говорит, иди сюда, мой друг. ДД под Рошана, который жив. Все, что можно сказать. Надо охранять. Слушай, ну справедливости ради могли бы и уйти Альянс, но вот выкуп Гримстроука. Гримстроук говорит, давайте подеремся. У Тини откатывается даггер, и он решил во второй раз врываться. Могли бы они отступить. Вот очень здорово сыграл Тайга. Он спас своего товарища по команде Тини. Но вот тут они решили развернуться. Понимаешь, они поверили, что Тини хватит урона по Мипо. Что удастся внести должное количество бёрста. Но Эйс очень четко и расконтролил. И вот эта пассивка помогает. И Эйс там еще очень круто после прокаста Тиника подрубил Этериал. Тини руками не бьет. Темплар Ассасин, которая фокусила Мипаря, тоже не бьет его. Короче, все в нужную цель, да. Все очень похоже, цели, что он умеет играть на этом герое. Да, никуда скилл на Мипу не девался. Возможно, он не практикует его с завидным постоянством, как это раньше было, но ручки помнят, все получается, все нажимается. Эйс в свое время невероятное количество в пабе наиграл на Мипу.
еще во времена гранда по ММР. Давно это было. БКБ у Койквы почти готов. И вообще, конечно, видно, что под хроносферу одну цель какую-то забрать точно получается. Особенно если нет рядышком где-то Сенкинга для контратаки, или если нет на подсейва Бадона, то одна цель вполне подъемная. Вот с двумя сложнее уже немного. Бокси довольно правильно, мне кажется, придумал так с тыла залетать после хроносферы, но он не рассчитал, что его команда уже не готова будет поддержать, что они отступать решили, немного не договорились. Ну и вот он. First time this patch, так сказать. И, наверное, не только этот патч. And not the first time and the last time this patch. Да, возможно, вы это больше не увидите, но Фата взял Crimson. Но все на тимфайт сейчас. Все под мипо, все под товарищи по команде. И, в принципе, это выглядит недурно, если сейчас и продолжит в таком темпе нипы передвигаться по карте, навязывать драки. Тем не менее, при таком крайне богатом мипо, все преимущество, оно, по сути, в нем и сконцентрировано. Конечно. Альянс хорошо действует. Альянс постепенно бустят Войда, который, ну, обделен на старте уроном. Герой, который зависим от артефактов, если мы говорим о демедж-дилере, а не просто фиксаторе персонажей. Так вот, Войд тоже чувствует себя окей. 8500 напрыгивают на Бокси. Бокси под поддержкой своего тиммейта, но Бокси минусует. Тайга тоже погибает. Да, как такое я уже видел, да. Такое я уже видел на верхней линии тоже, когда Тайга пытался страховать. Он пытался вновь прыгнуть и оттолкнуть Тини, но на этот раз Сын Кинг проворный ворвался и все сделал четко. Байбек от Эрспирита. Там вчетвером остаются Альянс. Тайги еще удивительно, но в моба-игре надо такая вещь, как АИМ, чтобы попасть кликом на Тиника. Потому что там куча мипарей бегает, постоянно меняет позицию. И чтобы кликнуть именно Тини. Скади. Скади у мипо. Жесть. Просто нереальная какая-то ситуация для Альянс. Этот мипо громадный. Что с ним делать, непонятно. Но есть хроносфера. 5 секунд до Тини. Под это можно строить атаку. Нападают на Войда. Войд ставит ли хрона. Войд пока просто под оглушение погибает. Нет байбека у Войда, но очень сильно раструсила мипаря. У него, правда, есть Аегис. Мипо все еще живет. Мипо вот пассивной способностью бьет Койку, который под БКБ старается уйти под вышку. Эйс живет, отправляет самого слабого мипаря, самого хилого. В Этериал Блейд все еще не умирает. Там Аегис его только сейчас сбивают. Бокси уходит на лоу хп, за ним Саксы. Надо еще туточку выдать. Минус 3. Ска прыгнул с ультимейта и разобрался с Гримстроуком. Абадон тоже погибает, но верхняя сторона рухнула. Заберут, похоже, Илину. И можно отступать всем остальным. Все, пока, ребята. Мибо пошел. Браво, просто браво. NIP, то, что они вытворяют сейчас, это хороший закрывающий пик от Питера Даггера. И Эйс великолепен. Они показывали такую стабильную игру нипы. Ну, то есть они так не чудили никогда. Весь турнир стабильная, планомерная против молодых новых коллективов, типа там Анваргеза, против свежесобранных Сириусов. Очень степенная, какая-то стабильная дота. И тут этот мипарь говорит, мы как бы йоло умеем. И у нас все это хорошо получается. Мы умеем переобувать и переодевать, что крайне важно, героев своих. Лайфстиллер с этим Кримзоном. Мипарь, который нажимает кнопки просто как боженька. Конечно, нипы сейчас смотрится на голову выше. Лайфстиллер дальше пошел. Да, пайп, продолжает. Пайп собирает. Я у мамы хардлейнер. Ну, я, конечно, понимаю и Мики в этой ситуации, который хрона не поставил, но у врага Аегис. Вот поставишь ты хроносферу, а Аегис выбьешь, а дальше что будешь делать? А так хотя бы хрона осталось. А вот оставить хрона. Вот же оно. Нет? Нет. А он под момом. Он не может хрона поставить, он под момом. А как так вышло? Не знаю, но они погибли вдвоем. Два героя не удел, все остальные отступают. Пытается ставить камни под ультимейт свои, Эрспирит. Продлевает, насколько это возможно, но все. Тут всему есть конец. 25 МС дополнительно появляется у Лайфстиллера на 15 уровне. Нипы идут по центральной линии весьма уверенно, зная об отсутствии Тини. Мипо дошел еще до таланта на лайфстил. Казалось бы, 10%, но его и так убивать сложно. А тут еще и каждая десятая часть нанесенного урона. Тиню заберут, как я понимаю, и одну, и может быть вторую даже. Мипо 400. Еще одна скади. А почему бы нет? Пайп. Не, аплодисменты, аплодисменты. Это лайфстиллер, который просто отдает все своей команде. Вы часто собирали на лайфстиллере Кримсон и Пайп? Я думаю, нет.
Здесь же Фата, ну, показывает, насколько он командный игрок. Такой Ликвид ждет местечко, да? Чё? А ну-ка! Сейчас PPD услышит, придет тебе, подзатыльник даст. Не, PPD уже никого не отпустит, я думаю, да. Это само собой. Все для команды. Конечно, справедливости ради, и Матумба такой же парень. Он тоже всегда готов был отдать все. Так, еще один шрайн падает. По нетворсу, по опыту, по всему Нипы выше. Это понятно. Тут нужна драка и не одна команде Alliance, чтобы вернуть какую-то интригу в этот матч. Потому что пока Нипы просто избивают. Знаешь, соперника. Как минимум еще один Blinking Bar нужен. Темпларки есть, вот она хотя бы живет. Урон сложно наносить, но она живет. Faceless Void, ему Blinking Bar тоже очень важен. И он близится к нему. 1000 золота, чуть меньше даже остается. Надо дофармить, надо добить. Что крайне неприятно в игре против Мипу, нет бёрста, который есть у Нипов. Вот что-то типа Лины, понимаешь? Одну цель зафиксировать. Ты знаешь, Дима, бёрст на самом деле ведь есть. Просто... Ну, это все равно... Он слишком здоровый уже, этот Мипу. То есть, ну, у Тини ведь хороший бёрст. Хроносферу не удается на него поставить. Когда вот, по сути, первая такая драка была, да, когда можно было вот сейчас, например, убить его, когда они на ХГ заходили, он с Аегисом. Это не работает. То есть какой-то, в принципе, минимальный бёрст, он присущий. Но Тини Alliance не может этот бёрст, например, Фрона выдать. Если мы говорим там про УД, который Фрона наваливает. Ну, смотри, как поставлено, в принципе, иногда и может, я думаю. Если так краешком, да? Я за то, чтобы смог, конечно. Но это все равно сложнее. Не, но сейчас просто вот ты говоришь, действительно, не то чтобы его нет, его просто уже не хватает. Даже если он и присутствует у того же Тини, этот бёрст, сам Мип уже слишком большой. То есть его реально не хватит, как бы там ни было. Может быть, даже под Хрона уже и не хватит, я не знаю. Ситуация очень трудная. То есть надо как-то разводить, надо как-то выдумывать. Жлок останавливает Орспиритом. Спирита и так, скорее всего, заберу. Да, Тайга погибает. Здорово. Не жалеет Лагуна Блейд Лина. Еще один фраг. 19 на 12. 12к перефарм. Верхняя сторона постоянно пушится. Мы помним, 5 минут назад упали бараки на топе. Нипы это сделали. Сделали без каких-то потерь для себя. Не потеряв Аегис на Мипа. Вообще толком ничего не потеряв во время файта. Потом уже его слили, вернулись. И фуловенькие дальше фармят. Ну и толкают, конечно же, линии. Забрали шрайны и внизу ломают Т1 вышку. Вот, Blinking Bar есть. Blinking Bar есть, Т1 вышка внизу рухнет, вероятнее всего. Хоть темпларка тут и крутится, но вряд ли будут за Т1 вышку воевать Альянс. Хотя я гляжу, что Нипы даже немножечко вот отошли, отпушили эту линию, крипов подведут. И, наверное, даже на Т2 пойдут после Т1. Ну так, они все вместе собрались, почему бы и не пойти дальше. А вот теперь один момент тоже давай обсудим. И я думаю, что это еще и матч как-то интригу какую-то введет. Сейчас вдруг не пойдет у Мипаря, начнут убивать его. А где брать второго керри, второго кора, который будет вносить дэмэдж, если вдруг Мипа начнут щелкать раз за разом? Лайфстиллер ведь одевался в хардлейнера. Лайфстиллер не с теми артефактами, чтобы убивать героев команды Alliance. Ну, это тут имеет... На да, этом... это имеет право, то, что ну, ты как-то говоришь. Через это Альянсом может есть смысл просто держать оборону, бустить своих кор-персонажей, дэмэдж-дилеров, и попробовать выйти в ультра-лейт, в котором Мипа, ну, не так актуален. Нет, определенно шансы есть здесь. Определенно, если вот Мипа исключить несколько драк, если попытаться его обезвредить, то шансы будут. У них-то коры довольно сильные. И хроносфера — это, пожалуй, одна из сильнейших способностей, в принципе, даже для... Ну, не даже, а для лейт-гейм-файта. Поэтому все в руках Альянса, не могут отбиваться. И правда, ты верно говоришь, что волын такой своеобразный пошел лайфстиллер. Он собрал общекомандные артефакты для Мипаря в первую очередь, чтобы тот сейчас всю игру делал. Но если так выйдет, что одну-две драки удастся сдержать этого Мипаря Альянс, то, конечно, игра может перевернуться. Это звучит фантастически, но это возможно. Бокси, как всегда. Такой, ой, PPD, не, руками не трогать. Создан для глаз, а не для рук, PPD. Вот сейчас надо повышать урон. Вот темпларка уже этим занимается, она выходит в Дедалус. Дорога не близкая, но разберется. Ну и Мьёльнир. Мьёльниром разбавит все воид. Это и ДПС повысит, и даст еще магического урона немного. Бокси тоже, да. С саблей. Такой своеобразный бёрст, насколько это возможно. Старается сделать. Окей, Мики. Ай, молодцы. Мики прыжок, хроносфера есть. Мипаря одного зацепил. Мипарю пока достается под Кримзоном. Мипу сложно его пробивать. Мики под БКБ, но Мики просто сгорает. Живет все еще Эйс, по ХП не проседает. Там столько статов, что Эйса невозможно пробить. Единственный Мипарь сильно пострадал, но он под щитом BBD уходит назад. И жив-здоров отправляется на базу восстанавливать. Знаешь, еще здоровье. Один герой этой драки, который остался незамеченным в начале.
Это Сын Кинг. Именно он занял позицию сверху над Рошаном, над Рушпитом, и преградил путь Эрспириту, который врывался в Рушпит, чтобы дать информацию, чтобы все показать. Вот сейчас, кстати, вышла такая ситуация, когда Тини стоял рядом с хроносферой, который был Мипо, и мог его прокастовать, но он до этого уже прыгнул и дал прокаст. Как же Микрит Эйс, вот этого одного мипаря, которого так подбили, он, как всегда, подсейвил Этериалом, туда дал лечение PPD. Все очень четко. Нападают на Тини, избивают Тини, у Бокси нет шансов на то, чтобы выжить здесь, его забирают. И Темпларка без БКБ. Темпларка вслед за ним. Темпларке делать нечего здесь, 103 секунды без нее. Все очень близится к тому, чтобы закончить эту игру. Браво, Нипы, браво. Они, безусловно, лучший коллектив этого турнира. Это уже не обсуждается. Они это доказали и на деле. Они выступали первым номером. Они свой статус подтверждают. Удачи Непам на мажоре и удачи Альянс на мажоре. Они, безусловно, тоже хороши. Да, Альянс могут быть довольны собой. Они играли против команды, которая уже на интернешнале. Им еще предстоит свое место на интернешнале заработать. Либо на мейджоре, либо после мейджора на квалификации, как пойдет уже. Но Непы, вот они, эти красавчики. Вот он кубок, к которому они стремятся. Но сначала, конечно, рукопожатие. Альянс сражались, это их товарищи. Во всяком случае, многие эти ребята общаются. Грандиозную карту под номером 4 нам показали, да, в первую очередь. Да, игра была шикарна. Это вот была карта, которую стоит пересматривать неоднократно, невероятные размены. Но здесь просто сделали ставку на своего крутого исполнителя, на мипаря. В исполнении Эйса, и она не подвела. Нестандартный лайфстилер, нестандартный пик Мипо. И Нипы, чемпионы StarLadder Майнера, которые уже готовы поднять кубок над головой. А вот они, эти красавчики. Кто первый? Ну, кто первый? Тут есть BPD капитан. Уступает дорогу, Эйс. Говорит Эйсу, ты на Мипо, ты тащил, ты давай. Ну да, BPD этого Мипо так реанимировал. Так держал его в живых. Все вместе, только так, и не иначе. Браво, Нипэн, браво. Победа на этом миноре просто хороши. Просто крайне хороши, аплодирует Альянс. Это была серьезная битва, серьезная баталия. Это был гранд-финал, который все заслужили. Киев Киберспорт Арена. И, конечно же, зрители. Рано мы потеряли СНГ-коллективы, рано потеряли открытие этого турнира типа Норгеза, но финал скрасил абсолютно да все. Да и полуфиналы на самом деле. Вот, может быть, сегодня первый матч, который вы кастили, был для Непов очень таким уже делом чести, но финал невероятный. Вообще битва между Альянс и НИП сначала в верхней сетке, потом в гранд-финале. Это настоящий праздник Доты в Киеве, это очень красиво. И на миноре не хватает таких игр очень часто, тут они были. Вообще гранд-финал второго минора к ряду удается. И там играют НИПы, как да, ни странно. Да, и там да. Всегда 5 карт, и там победа 3-2 для НИПов. Да, потому что перед этим был минор в арене, он был грустным для всех СНГ-зрителей, гамбиты не смогли дать бой своему оппоненту. Ну, этот оппонент, мы помним, что потом натворил на мировой сцене. Хороши, безусловно, хороши Нипы, поздравляем их. Еще один кубок разыгран и еще один минор в арене. Но это последний турнир в этом сезоне, по сезоне для Доты перед Интернешнлом. Мы знаем прекрасно, что заканчиваются сезоны. И я рад, что он произошел именно так, именно таким был. Да, давайте еще раз все вместе похлопаем друг другу, похлопаем командам, попрощаемся. Это было весело, это было очень круто. Спасибо всем, кто в финальный день пришел в арену. Вас действительно забилось очень много. Жаль, что, конечно, без СНГ, но игры были превосходными, просто великолепными. Да, всем огромное спасибо. Спасибо, безусловно, всем, кто работал. Мы с Алексеем уже сейчас с вами попрощаемся. Просто еще раз хочу сказать спасибо, арена. Поаплодируйте себе. Так, чтобы вас услышали все, кто смотрит эту трансляцию на Твиче. Хорошо, хорошо. Все, спасибо большое всем. Ну, мы готовы заканчивать этот праздник по Доте. Для вас работал Бафик, друг. И с удовольствием передаем слово студии аналитики закрывайте турнир.